в России принялись за свидетелей Иеговы. Но я не вижу совершенно никаких признаков, чтобы представители так называемых традиционных религиозных конфессий говорили, что это недопустимо, преследование по религиозным мотивам. Что вы думаете об этом? Это потрясающая близорукость, конечно. Вот. И еще раз показывает отсутствие серьезных правовых начал и просто какой-то этической честности и вменяемости в деятельности наших церковных лидеров. Вот. То есть не только иеговисты, да, а, скажем, баптистов тоже закрывают их дома, пятидесятников и так далее. Вот. То есть если вы за свободу совести, ну, вступитесь, потому что это ведь роется яма, которая потом же и вас же прикроет. Не вас лично, а ваших там преемников со временем. Вот. Поэтому мне кажется, что вот это вот молчание людей, которые очень любят совершать совместные молитвы и совершать совместные пьянки с генералами правоохранительных органов, это позорная вещь.